Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Александр, и сегодня мы поговорим о такой теме, как накрутка комментариев в Инстаграм. Для этого мы заходим в Инстаграм. Сегодня я воспользуюсь своим тестовым профилем, которым я пользуюсь достаточно часто, для накруточки. Накруточка, как я могу сказать, влияет на большую статистику вашего профиля, то есть на оценку Инстаграма. Для этого я возьму совершенно пробный пост, это, допустим, какое-то небольшое видео. Перейду в комментарии, как мы видим, их ноль. Для того, чтобы мы увеличили количество комментариев, нам придется перейти в совершенно любой различный поисковик, который нам будет удобен. Кстати, сайт, на который мы сейчас перейдем, будет оставлен по ссылке в описании внизу. Переходим в поисковик и вбиваем такое словосочетание, как SMM.ru. Далее у нас открывается качественный сайт, который максимально рассчитан на огромную обширную аудиторию. Он максимально прост в своем использовании, и там есть куда больше платформ, чем я видел на других подобных сайтах. Это такие платформы, как Instagram, Telegram, ВКонтакте, TikTok, Одноклассники, Twitter, Лайки, Яндекс.Дзен, YouTube, магазин предложений. И каждая накрутка, вот на совершенно любой критерий, работает максимально быстро. Как мы видим, у Инстаграма есть свой спектр услуг. Нас сегодня интересуют только комментарии. Ну и в принципе переходим на вкладочку, которая нам нужна. Здесь есть несколько также различных подразделений. Рандомные комментарии, позитивные комментарии, нейтральные комментарии. Ну и в принципе все. По позитивным комментариям, если у вас, допустим, юмор сообщества, это прям максимально идеально впишется в вашу тематику. Далее нажимаем на нейтральные комментарии. Их именно я выберу, потому что для моего поста, мне кажется, это будет самая качественная накрутка комментариев. Мы падаем на следующую страницу, где мы должны вставить ссылку и указать количество комментариев, которое нам нужно, минимум 10. В принципе, я столько и оставлю. Далее я возвращаюсь обратно в Инстаграм, копирую ссылочку с поста. Это можно сделать, нажав на троеточие. В принципе, ссылка скопирована, переходим дальше. Я вставлю эту ссылочку в сайтик, это максимально просто, быстро все делается. И далее запускаем нашу накруточку. Заказ у нас переносится в активные заказы, в принципе, но. Что если вы никогда не были зарегистрированы на этом сайте? Заранее скажу, что здесь нет сложных механизмов. Здесь не нужно проходить долгую регистрацию, подтверждать номер, отвечать на письма и так далее и тому подобное. Всего этого очень сложно, но на этом сайте нету. Если вы не были зарегистрированы, вы просто выбираете совершенно любую накрутку, которая вас интересует. Переходите к оплате. Далее проделывайте все то же, что и я. Вставляйте ссылку, указывайте нужные комментарии, лайки или подписки. Я не знаю, что вы там выберете, но дальше, когда вы пополните баланс, сайт вас сам зарегистрирует. А различных банковских карт, с которых можно пополнить счет на этом сайте, куда больше, чем я видел на других сайтах. Это такие карты, как Apple Pay, U-Money, Kiwi, WebMoney, Payeer, через которые можно оплачивать даже биткоином, блин. Это максимально удобно, и я считаю то, что каждый из вас может накрутить себе лайки, комментарии, просмотры, все, что вы только хотите. Это очень удобно для каждого из вас, и я считаю то, что сайт максимально сделан под удобство каждого. В принципе, после пополнения баланса я перейду в личный кабинет, который у вас тоже создастся. Он привязан будет к почте, и на почту будет выслан пароль. Ну а далее мы перейдем в активные заказы. В активных заказах у нас как раз та самая ссылочка на наш пост, куда будут приходить комментарии. И возвращаясь на сайт, я хочу передать огромный привет саппортам. Они отвечают так же быстро, как и производится накрутка на сайте. Иными словами, моментально. Накрутчики на этом сайте происходят действительно быстро. Лайки-то уж вообще летят сразу. Также гуляя по сайту, я могу сказать то, что сайт действительно простой в использовании. Он рассчитан на каждого, на каждые запросы, которые вам только нужны. У каждого подразделения есть свое подразделение. У TikTok это подписки, лайки, просмотры, подписаться. У Telegram это подписки, участники в чатах и так далее. Заходите, в общем, сами проверяйте. Я напоминаю то, что ссылочка будет оставлена внизу в описании. Ну что же, сегодня мы рассмотрели один из самых годных сайтов, одну из самых качественных накруток на платформе Instagram. Далее, я думаю, мы вернемся с вами к накрутке, но уже с большими оборотами и в другой площадке. Ну что же, а с вами был Александр. Я желаю вам хорошего настроения. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. И не забывайте, сайт будет находиться всегда внизу по ссылочке в описании. Переходите, пробуйте, тестируйте. А я желаю вам хорошего настроения. Всем удачи и всем до скорых встреч.